Okay, we come to the last part. Hopefully we'll get all the way through it because you have an exam today. Наконец-то мы подошли к последней части нашей учения, потому что сегодня у вас будет экзамен, тест. And it's a test for you, but it's also a test for me. Это тест как и для вас, но также это тест и для меня. Because then I will know if I have been able to communicate with you. И тогда я буду знать, была ли у меня с вами такая связь. And if I have to improve somehow. Или мне нужно улучшаться. Okay, but we come to point 7. We got yesterday to point 6. Мы вчера прошли 6 пунктов, сейчас мы подходим к 7-му пункту. This is in the setting up the missionary setup, isn't it? Yes. Это о установлении служения миссии, миссионерства. So point 7 is the apostles leave. Седьмой пункт называется апостолы, которые уходят. The second, the seventh and final stage in the missionary model is also very crucial. Седьмой и заключительный этап в примере миссионерского служения также имеет очень важное служение. Once the church is established, как только церковь, община была создана, апостолы двигались дальше. This is important in several different ways. Это очень важно с нескольких точек зрения. Because if an apostle stays in a church that he has planted, потому что если бы апостолы оставались в той церкви, которую они создали, then everyone will constantly be looking at him for the leading. Поэтому тогда будут каждый будет смотреть на апостола, чтобы о его лидерстве. And they won't be the leaders that he has appointed will not be able to fulfill their function. Но тогда лидерство, которое было бы назначено, оно не будет исполнять свою функцию. I experienced this myself in one of the churches we started in Belgium. Я имел такой же опыт в той церкви, которую мы начали в Бельгии. I handed over the leadership to the local believers who had grown and matured and were ready. Я поднял лидерство, которое было уже готово поднимать членов общины, чтобы они были уже зрелыми. But I stayed in the church. Но я остался в церкви. I hadn't yet received instructions to move on. Потому что я на тот момент еще не получил инструкции, наставлений, куда двигаться дальше. But the problem was then that everybody still looked to me for leadership. Но проблема была в том, что каждый из них смотрел на меня, ища лидерство от меня. I would be constantly having to say, well, you need to go and talk to the leaders of the church now. I'm just a member. И я продолжал говорить, что им нужно обращаться к лидерам церкви, а не ко мне, потому что я простой член общины. But after a few months I realized this was not going to work. Но через несколько месяцев я понял, что так не работает. So then we really started praying and God opened up a new place for us. И потом мы начали молиться, чтобы новые места были для нас открыты. Again, once again, чтобы начать снова. Training and leading people to the Lord. Обучение и чтобы мы могли приводить людей к Господу. But we still kept in contact with the churches that we'd already established. Но мы продолжали держать связь с теми церквями, которые мы уже создали. Just in the same way as Paul and Barnabas and the others kept contact with those churches that they had started. И также, потом мы, к примеру, как и Павел и Варнава, поддерживали контакт с теми церквями, которые они начали. Through letters. Через письма, через посещения. Or by sending someone else, an apostolic delegate, to speak with them or to see how things were going. Или тем, что они отправляли посредника, апостольского посредника, который будет передавать им послание или проверять, как у них дела. So once a fellowship has local leadership, как только апостолы установили поместное лидерство, the apostle can leave and should probably leave. Апостолы, они могут покинуть, и вообще-то они должны покинуть эту церковь. So that they can continue the work that has been begun. Чтобы та работа, которую они начали, она могла продолжаться. The churches then become self-propagating. После этого церковь или община становится самораспространяющейся, self-governing, самоуправляемой and self-supporting. И самодостаточной. These are important things for
a congregation. И это важные составляющие для общин, для собраний. If you want it to grow. Если вы хотите, чтобы они росли. Okay, they will begin to evangelize or in one way reach out to the community. Иными словами, они таким образом начнут евангелизацию или достигать людей вокруг, чтобы видеть, что когда новые люди приходят к Господу, they will also become self-governing, then they will take care of the situations and things that are happening within the congregation. Также, когда мы говорим о самоуправлении, то, что они берут управление в своей поместной общине. And by this time, it's hopeful that they could grow to the point where they're also self-supporting. И мы надеемся, что они придут к той точке, когда они могут быть самодостаточными. И что они не будут нуждаться в финансовой помощи с другой стороны. This means that the apostolic ministry is one that is mobile. Это означает, что апостольское служение, оно мобильное. Typically, they would also support themselves through a trade or some other form of work. Как правило, они, апостолы, также себя поддерживали через торговлю или какую-то работу. So not to be a financial burden to anyone while the church is being established. Чтобы не быть финансовым бременем для людей, пока церковь растет. This is the way we worked also in Belgium. Это таким же также мы действовали в Бельгии. I have an engineering degree. У меня есть уровень инженера. And I would and I have a specialty of design engineering. И у меня есть специальность инженер-конструктор. And in the beginning I didn't think I would be able to work with my diploma in Belgium. И вначале я не думал, что я буду работать согласно по диплому в Бельгии. So as I said, I worked for quite a time in a supermarket. И как я уже говорил, я некоторое время работал в строительном магазине. But then someone discovered I had an engineering diploma. Но потом кто-то узнал, что у меня есть диплом инженера. And they found some work for me. И они нашли для меня некоторую работу. And so I started working in different companies to help them with special projects. Я начал работать в других компаниях, помогая им в особенных проектах. I did that because I needed also, I didn't want to commit myself to being tied down to a job. Every day. Я делал это, чтобы быть посвященным работе каждый день. So I became more of a sort of consultant who would come along and help them with a particular project. И при этом, чтобы иметь возможность консультировать в этой работе. So I never received a salary. Я никогда не получал зарплату. As a pastor. Как пастырь. Never have. И никогда это не делал. Not until this day. Даже половины, даже до сегодняшнего дня. Okay. Later on, we started my wife and I started our own company. Чуть позже я и моя жена мы начали свою собственную компанию. My wife is a professional translator. Моя супруга она профессиональный переводчик. And so we started a translation company. Мы начали компанию по переводам. And we worked a lot also for companies with how do I put this? Companies which had a sort of engineering background. Мы начали сотрудничать с теми работами, компаниями, которые имеют опыт инженерии. Yeah, we worked for companies like Toyota, Komatsu, large engineering companies. Мы работали с большими инженерными компаниями, такие как Toyota okay. и другие. My wife would do translations, I would help with different projects. А моя жена делала переводы, а я помогал с разными проектами. So that's the way we worked. I don't say it always has to be that way. Это так, как мы работали, но я не говорю, что это так, как должно всегда быть. But this is the way we did it. Но это так, как мы поступали. Okay, there are some omissions in the plan that we have seen. Есть некоторые упущения в том плане или посаждении церкви, которые мы увидели. So
those are the things that we can find in the book of Acts. И эти вещи мы можем найти в книге Деяний. Okay, let me backtrack just then for a moment to make it sure that you understand what I'm talking about. Давайте немножко вернемся, чтобы я был уверен, что вы правильно понимаете. The missionary manual consisted of first sending apostles. Инструкция по миссиям состоит из первого пункта отправления апостолов. Missionary plan. Number two was to reach cities. Второе — это достижение городов. Number three was preaching the gospel. Третье — это проповедь Евангелия. Four, making disciples. Четвертое — это делание учеников. Five, plant churches. Пятое — это посаждение церквей. Six, appoint elders. Шестое — назначение старейшин. And seven, finally, the apostles leave. И седьмое — это апостолы, которые покидают церковь. What are some of the things that we don't find here that we do possibly find today? Что мы не находим в этой подходе, но то, что нам нужно обращать внимание сегодня. Some of those things are considered essential today. Для некоторые из этих вещей являются очень важными сегодня. But I would like us to put a question mark behind them. Но я хотел бы, чтобы мы ставили знак вопроса за ними. And to think, are they really something that is absolutely essential? И чтобы мы задавали вопрос, являются ли они абсолютно важными? Or are there some things that you can do, but it's not absolutely necessary? Или это то, что вы можете делать, но это не является абсолютно необходимым? The first one here is there were no church buildings. Первое упущение, которое мы видим, что у них не было церковных зданий. The believers met in homes, or they hired a place to meet. Верующие, они собирались по домам, или они нанимали здания. Nowhere in the book of Acts, or even in the whole of the New Covenant Scriptures, нигде в книге Деяний или в Писаниях Нового Завета you find a mention of church building. Мы не находим упоминания о церковных зданий. Today, it's mostly considered as an absolute necessity to have a building. Сегодня это считается абсолютно важным и необходимостью иметь это здание. I may be an exception, I question that. Может быть, это как бы не исключение, но я задаю вопрос. Sometimes it's maybe more of a burden than a blessing. Иногда это более как бремя, нежели благословение. But I think each church, each congregation has to decide for themselves. Но я считаю, что каждая церковь, каждая община, каждый человек должен решить лично для себя. I just say sometimes it's maybe worth thinking about. Я просто говорю, что нужно об этом размышлять. The second point is the investments in buildings were not considered necessary. Второе, что инвестиции в здания, они не считались необходимыми. Okay, they wanted to use the resources that they had in a different way. Они хотели использовать те ресурсы, которые они имели, в других путях, другим образом. And not having a building to care for gives you that possibility. Не для того, чтобы иметь здание и заботиться о нем. Again, it's a question of what works in your situation. И опять же вопрос в том, как это работает в вашей ситуации. Okay. Number three. Номер три. There were no distinctions between those who were leading and those who were part of the congregation. Не было различий между теми, кто вел собрание общины, и теми, кто был частью общины. Okay, they were one family. Они были одной семьей. Okay, there was no sort of hierarchy or rulership, if you like. У них не было иерархии и таких правил управления. That meant number four. Это означает номер четыре. All positions in the church were based on gift and function. Что все позиции в церкви, они были основаны на даре и функции. And every believer was considered to have a ministry. И каждый верующий предполагался, что будет иметь свое служение. Okay. Every believer was expected to be involved in some way, in some form, in the work of the congregation. Ожидалось, что каждый верующий будет вовлечен в служение, в работу в их общине.
it was not the intention that people would just sit in the benches on or seats on Shabbat and not do anything, not be involved in a practical way in ministry. Не было таких вот тенденций, когда верующие сидели на стульях во время собрания и не участвовали в практическом служении. I think this is a very important point for a growing church. Я считаю, что это очень важный пункт для роста церкви. A church will grow much quicker if everyone feels that they are part of it and involved in some way. Община, церковь, она будет расти намного быстрее, если каждый будет считать, что он является частью ее. That they are important. Что они важны. That they are part of the body. Что они часть тела. And as leaders, we should be giving that effect or giving that idea to people. И как лидеры мы должны давать им это влияние или эту идею передавать им. Number five, I already said there was no hierarchy. И как пятое, как я уже сказал, что не было иерархии. Number six, there were no headquarters. Шестое, у них не было офисов или штабов. Okay. Number eight, is it, John? There was no infant baptism. Восьмое, у них не было крещения младенцев. Okay, so all of the churches worked on an autonomous basis. И autonomous. They were on their own. Они действовали на своем основании. In some contexts, this is valuable. In others, it's sometimes good to have more connections. Иногда это хорошо, но иногда также лучше иметь больше взаимосвязей. But today mostly we think in denominations. Но сегодня мы размышляем в категориях деноминаций. Pentecostals, Lutherans, Catholics, Baptists, Methodists, and so on. Пятидесятники, лютеране, католики, баптисты и так далее. And they all have one form, in one form or another, they all have a hierarchy. И они все имеют в одной форме иерархию. And they have a headquarters. И у них есть такие headquarters, like. Headquarters. Yeah. Because I look at different words that we have. A home office, if you like. Yeah. У них есть как бы офисы или офисы. Yeah. So some of these things we need to think about very clearly. И об этом мы должны очень ясно размышлять. There were also no churches based on national or denominational lines. Также не было церквей, которые были основаны на национальных или конфессиональных основаниях. Okay, the church over the history of the church is one of division. История церкви, она заключается в разделении. This is not what God intended. Это не то, что Бог он намеревался, чтобы было. Okay, we need to understand that there in those days there was one church. Мы должны понять, что в то время была одна церковь. Basically, up until about 365, when Constantine decided to make some differences. И это было до 365 года, когда Константин принял иметь отличие. And ever since then we've had one division after another. И после того мы видим одно разделение за другим. First you had the Catholic, you had the Church of Constantinople and its leadership. Вначале у нас есть Константинопольская церковь и ее лидерство. That split into the Catholic and the Orthodox Church. А это разделяется на католическую и православную церковь. And then you got in the Catholic Church, you got the Reformation, and there was a split to Protestantism. Потом католическая церковь разделяется на протестантскую и сначала реформатскую, потом протестантскую. And then the Protestants began to split into Methodists, Baptists, Pentecostals, and Charismatics, and а потом протестанты разделяются на методистов, пятидесятников, баптистов, харизматов и так далее. I think this is, I would almost say, one of the curses of our church today. Я думаю, что это как бы curses, like blessing and curse. Bad thing. Это как, можно сказать, проклятие современной церкви. Okay.
God intends us to be part of one body. А Бог, Он намеревается, чтобы мы были частью одного тела. Heaven will not be divided. Небеса не были разделены. Okay, there will not be a section for the Pentecostals and one for the Baptists and one for the Methodists and the. На небесах нету таких мест, одни для пятидесятников, другой для баптистов, там для методистов, там для лютеранов. We'll all be together. Мы все будем вместе. As one. Как одно. So why can't we do it now? Почему же мы это не делаем сейчас? Okay, most of the time the things that divide us are very small. Очень часто вещи, которые нас разделяют, они незначимы. And in a sense it's not a problem, because each family is a little bit different. Где-то это не является проблемой, потому что каждая семья отличается друг от друга. Okay. What number am I on? Eight or nine? There were no church. There were no churches. There were national no denominational ones. And then nine, then I think it is, yeah. There were no orders of worship or liturgy. И не было никаких правил о прославлении и литургии. Okay. Now in some churches you have very this is very strong. А в некоторых церквях это очень строго. Okay, Catholic Church, Orthodox Church, Anglican Church, even Methodists and Baptists. В католической, православной, англиканской, лютеранской и даже баптистской церкви. They have a very strong liturgy. The order of service. You do this, 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 and this. Okay, that's what I'm talking about. У них очень строгая литургия. У них все по порядку. Вы сначала это делаете, потом это, потом это, потом это. And if you dare to stand up in the middle of the service and say hallelujah, you'll probably get thrown out. Если вы встанете во время служения и скажете аллилуйя, то вас, скорее всего, выведут. Okay, because it's not in the order. Потому что это не по порядку. Not in the tradition. Это не по традиции. Okay, in the first century churches, I think there was a very free atmosphere. А я считаю, что во время ранней общины это была очень свободная атмосфера. There was also the leading of the Spirit in a correct way. Я считаю, что и там было водительство Духа в правильном направлении. Paul says, when you come together. И Павел говорит, когда вы собираетесь. Someone has a hymn. У кого-то есть песня, у кого-то есть пророчество. Someone has a word. У кого-то есть слово. Someone speaks in tongues. А кто-то говорит на языках. Let all things be done under the influence of the Holy Spirit. И пускай все будет под влиянием Духа. Okay. Под водительством. The idea was to encourage the people to be participants, not an audience. Чтобы вдохновить людей, чтобы они были участниками, а не слушателями или наблюдателями. Okay. This is what I love. Это то, что я люблю. That there can be this freedom. Чтобы была вот такая свобода. Not a freedom to bring disorder. Не свободу, чтобы приводить беспорядок. Because God is a God of order. Потому что Бог, Он Бог порядка. But it is not so strict that there is not a possibility for the Holy Spirit perhaps to do something that we would not expect. Но чтобы не было такой строгости, чтобы Дух Святой не мог действовать. If we look into the book of Acts, когда мы смотрим в книгу Деяний, we will see hints of how the church worship. Мы увидим we will see hints of how the church worship. Мы увидим направление, как церковь поклонялась. Okay, but we will not see set actions which were always followed. Но мы не увидим формы или как это исполнялось. Perhaps the only one is that they would celebrate the breaking of bread. Together. Одна из них это когда они праздновали преломление хлеба вместе. Okay, but most of the time, if you look into the history of the first century church, но множество раз, когда мы смотрим в церковную историю, you will see that they met together, they would have fellowship together, they would eat together, they would break bread together. Мы видим, что они собирались вместе, имели общение друг с другом. Они поклонялись, преломляли хлеб, молились. And everyone was together. И все они были вместе. Even the children. Даже дети. Okay. Sometimes. How can I put this without being too naughty? Sometimes I feel we exclude our children.
Очень часто мне, иногда мне кажется, что мы исключаем или избегаем наших детей. Okay. We push them into a Sunday school. Мы отводим их в воскресную школу. And, okay. But sometimes we have had a few times in the churches that we started, we would have maybe once a month, sometimes more, when the families were just together. And all of the children would be there also. В церкви в Бельгии, которую мы начали, у нас было как минимум раз в месяц, когда вся семья была на собрании, и дети, естественно, были тоже вместе с ними. They would experience how we worshiped. Чтобы они увидели, как мы поклоняемся, как мы молимся друг за друга. How that we would look into the word. Как мы ищем слово. Of course, when the children were there, we would keep it simple. The word simple, so that they could understand and follow. Для детей это будет пример, которым они смогут потом следовать. And that's not a bad thing. И это неплохое, неплохо. Sometimes I am worried myself that I am talking over people's heads. Иногда мне я беспокоюсь о том, что я говорю над человеческими головами. And I'm not making it understandable enough. И я не делаю, чтобы это было более понятным. So I think it's important that we consider this also. И мне важно, чтобы мы тоже об этом размышляли. Okay, the last point here is the apostles did not set up hospitals, schools, clinics or aid organizations. Апостолы не организовывали больницы, школы, госпитали или организации помощи. Now, am I against this? Являюсь ли я против этого? No. Нет. But I think we need to think about our congregations also in a sense that we include these things in our congregational pattern, if you like, or our congregational form. Но когда мы об этом размышляем, мы должны понимать, что это мы включаем в модель или форму церковную. How would I see this? А как же я это вижу? Okay, we have the first point. They did not set up hospitals. И первое, мы не видим, чтобы они не устанавливали госпитали. They prayed for the sick. Они молились за больных. They were healed. И они были исцелены. You didn't need a hospital. Вы не нуждаетесь в госпитале. Okay. Хорошо. So, that's one point. Это первая точка зрения. Okay, which I feel we need to concentrate maybe more on than we are doing right now. И я думаю, что нам нужно концентрироваться на том, что мы сейчас можем делать. Schools. Школы. Teaching took place in the context of the congregation. Обучение, оно имеет место в контексте общины. In the same sense that the Orthodox Jewish Orthodox, they have yeshiva. В этом же смысле у ортодоксальных евреев есть ешивы, which is also a school. Которая также является школой. They come together to discuss the scriptures and to learn. Они приходят, собираются вместе, чтобы общаться на Писание, о Писании и учиться. Okay, they didn't set up clinics. Также они не устанавливали клиники. Okay, now what do we understand by a clinic? Что же мы понимаем под словом клиника? I understand it in the sense of counseling ministries. А я это понимаю в смысле служения, консультирования. I believe they belong within the context of the congregation. И я считаю, что это также принадлежало общине. Today very often they are para-church, they are outside of the church. Сейчас есть para-church. Para-church, they're outside of the church. That's what that means. Сейчас есть то, что находится вне церкви. Okay, you have Christian counseling centers. У нас есть такие центры, христианские центры консультирования. Okay. They may be there for me, but I would love to see it brought back into the context of the congregation. Да, они могут быть полезными, но я хотел бы, чтобы они вернулись в общину. That we think about these things, that we are doing these things. Чтобы мы думали об этих вещах и исполняли. And the last one here was aid organizations. И последнее, что мы упомянули, это центры помощи, организация помощи. Today you have many Christian aid organizations. Сегодня у нас есть очень много христианских организаций помощи. And once again, I say, okay. Not bad. И опять же, я говорю, хорошо, неплохо. But I'd like to see it brought back into the congregation. Но я хотел бы, чтобы они вернулись обратно в общину. It's something that I push. Это то, на чем я настаиваю. I'm not in the new church that we're starting, we've already planned this in.
А в той новой церкви, которую мы сейчас строим, мы это уже запланировали. Okay, I think I mentioned this already, that we will have a second-hand shop with clothes and stuff that people can afford. Как я уже упомянул, говорил об этом, то в этом здании у нас есть секонд-хенд, где люди могут взять одежду. Также столовая для голодных. We will have a play center for children. Также у нас будет игровой центр для детей. Okay. In the church which I am now in, which I'm still a member of. А в той церкви, где я сейчас являюсь членом. We also have some of these things. Также у нас есть некоторые такие вещи. We have food distribution. У нас есть раздача еды. And we also have a second-hand shop. И также у нас есть second-hand. And it's really very much visited. И его действительно очень часто посещают. It's amazing how many people you discover that are still unable to purchase some things because of the money situation. И удивительно осознавать то, что очень многие люди нуждаются в покупке каких-то вещей из-за сложности в финансах. So, what I'm doing is I'm not trying to pull down these organizations. Не то, что я сейчас делаю, чтобы их как-то аннулировать, эти организации. But I'm saying, shouldn't the church be doing it itself also in the context of its local ministry? Но я говорю о том, чтобы церковь, она следовала или делала бы это в своем поместном служении. It's a tremendous also in the church that where I'm still a member now at the moment we have a coffee shop. Также вот в той церкви, где я сейчас являюсь частью, мы имеем магазин для кофе. It's only open once a week. Он открывается только один раз в неделю. But there are many people. Но там много людей. Они сидят там. And we have people who are there also just to talk to them. И у нас там есть люди, которые просто разговаривают с ними. Serve them coffee and a sandwich or a cake. Предлагая им кофе, бутерброд или пирог. And it's free. И это бесплатно. Okay, there's a place where they can put something if they wish. Есть место, где они, если захотят, могут что-то оставить. But it's not compulsory. Но это не обязательство. You understand what I'm trying to communicate? А понимаете, о чем я сейчас хочу вам, что хочу вам передать? Я надеюсь, что вы понимаете. I feel these things are very important to a church so that the church can grow. Я считаю, что такие вещи не очень важны, чтобы церковь росла. So much of what we regard as normal part of church or Christian activity today was not normal in the early church. То, что мы сейчас считаем, что естественно или нормальной деятельностью для церкви, для них, для первой церкви, не было нормальным. And it grew. And the church grew. И та церковь росла. Today, sometimes I think it's slowing down. А сегодня я думаю, что это не очень быстро происходит. Okay, that's a little bit my hobby horse, if you like. But, okay. Okay. Lastly, we're going to look here at the theological part. А последнее, на что мы обратим внимание, это теологическая часть, okay, богословская. Now we focused on many different areas. Как я уже говорил, что мы фокусировались на многих We've вопросах. Noted the purpose of the book. Мы сказали уже о цели книги. The identity of those who were to whom it was addressed. Личность того получателя книги. The way in which Luke structured his book to achieve his purpose. То, как структурировал Лука свою книгу, чтобы достигнуть своих целей. How the book can be used as a missionary manual. И как книга может использоваться в качестве инструкции для миссионерского служения. But also as a way of forming congregation or church. Но также о том варианте, как можно строить церковь. Okay, so you have two models going through the whole of the book of Acts. Поэтому у нас есть такие две модели, которые идут через всю книгу. The model of how the church worked. А первая модель о том, как церковь работает. And the model of how they were going to perform mission. И вторая модель — это то, как они будут исполнять свою миссию. There is one final way. Но есть один такой последний путь. Which dovetails in
analysis, in the analysis we have already made. И который он согласовывает тот анализ, который мы уже сделали. And we look at it from a theological angle. И теперь мы посмотрим на это с теологического уровня или точки зрения. How do we view it from this level? Как же нам смотреть с этого уровня? First question is, whose acts? И первый вопрос, кто действовал? The book has a title, The Acts of the Apostles. Книга имеет название «Деяния апостолов». But originally it was just titled Acts. Но оригинальное или буквальное слово означало «действие». Came from a Greek word, которое пошло от греческого слова praxis, praxis, which meant practical, которое означает буквально «практический». So, Acts described the practice of Christianity. Поэтому деяния описывают как осуществлялось христианство практически. But who is it the practice of? Но кто это делает? Whose acts are they? Кто исполняет эти деяния? There are four possible answers. Есть четыре возможных ответа. Okay, number one. Первый возможный ответ. Apostles. Апостолы. The book is usually called today The Acts of the Apostles. Очень часто эту книгу называют Деяниями апостолов. Which is in some ways misleading. Где-то это может быть даже ведет нас в заблуждение. Since most of the apostles don't even appear in it. Поскольку большинство апостолов даже не появляются в ней. James is beheaded in the early chapters. Яков, он пропадает в первых главах. John is mentioned alongside Peter. Иоанн, он упоминается вместе с Петром. But only Peter receives much space. Но только Петр получает больше всего места. And more than half of the book focuses on Paul. И больше половины книги она сконцентрирована на Павле. Who is not even one of the original 12. Который даже не был один из первоначальных 12 апостолов. So it is not strictly about the Acts of the Apostles. Поэтому речь не идет именно только о деяниях апостолов. Number two. Номер два. Yeshua. Yeshua. The book begins by saying. The former treaties. Книга начинается со слов The former writing. Что это Писание. That's referring to the Gospel of Luke. Которое соответствует направлению к Евангелию от Луки. Which is, as I said, addressed to the same person. Которая, как я говорил, она адресована тому же человеку. Теофилу. Was all about the first one was all about Yeshua. И но также это все было и речь шла о Иешуа. What he did and what he taught. Что он делал и что о чем он учил. So clearly implying that the present volume, the book of Acts. Поэтому очень ясно, что все послание книги Деяний. Is all about what Yeshua continued doing and teaching. О том, что Иешуа продолжал делать и что его он продолжал учить. Because he was the one who was working through the apostles. Потому что он был тот единственный, который действовал через апостолов. It is because Yeshua lives in them and lives in you. По той причине, что он жил в них, и он живет в вас, чтобы вы могли осуществлять дела для Господа. Поэтому мы можем назвать эту книгу «Деяния Иешуа продолжаются». Имя Иешуа упоминается 40 раз в первых 13 главах. He was the subject of the apostles' preaching. Он был предметом проповеди апостолов. And it was in him. His name that healing was done. И исцеление осуществлялось от его имени. So you could make a case for calling the Acts of Yeshua. Поэтому можно называть книгу Деяний Деяния Иешуа. Okay. We're going to stop now, have a break, and then we will continue. Мы сейчас остановимся, потом у нас будет перерыв, и мы продолжим. So I want to try and finish in perhaps in the first half of the next period. Я собираюсь закончить в первой половине следующего урока. And then you will have your test. И потом у вас будет тест. And in the third period we will spend some time in prayer. И на третьем уроке мы проведем время в молитве. The Holy Spirit. Дух Святой. Closer study reveals, however,
Более близкое исследование книги Деяний показывает, что самой выдающейся личностью в Деяниях является Святой Дух Святой. Он также упоминается 40 раз в первых 13 главах и 70 раз во всей книге. Поэтому, скорее всего, нам нужно называть книгу «Деяния Духа Святого». Конечно, это бы оправдало его роль. Именно Святой Дух направляет 120 учеников, чтобы они были свидетелями в день Шавуота, Пятидесятницы. И также его описывают как тот, кто наполняет верующих. Многие важные решения приняты под водительством Духа Святого. И послание Петра в доме Корнилия прерывается излиянием Духа, который сошел на тех, кто там присутствовал. Также это был дух, который помешал верующим пойти в Азию и в Вифанию, вместо того отправив их в Троаду. Он обеспечивает динамику для развития миссионерского служения. Также было бы справедливо, если бы мы рассматривали книгу как деяние Святого Духа. Номер 4. Бог. В этом был бы смысл. После всего, он является самой важной личностью, который также упоминается часто в книге. В то время как Дух Святой упоминается 40 раз в первых 13 главах, кто-то упоминается более 100 раз. Это Бог. Если мы бы остановили свой фокус на Иешуа или не на Духе Святом, это привело бы нас к унитарной форме в богословии. Мы знаем таких, которые как бы единственные, считают, что Иисус только один. И теологи, они исключают Бога и Духа Святого. Это так по-простому объясняет, чем является унитарное богословие. И моя цель не дать вам полное объяснение. Дух Святой фокусирует наше внимание на Иешуа. А Иешуа приводит нас обратно к Богу. Поэтому книга Деяний, она триедина в своей теологии. Слово «Троица», его нету в Писании. Но оно дает нам объяснение, что Бог состоит из трех личностей. So if we want to be correct, поэтому, если мы хотим быть правильными, Писание, оно о трех вещах. Первое. Царство Божье. Отец. Второе. Имя Иешуа, Сына. И номер три. Power of the Holy Spirit. Сила Духа Святого. So, the best comprehensive title for the book would be...
Поэтому самым объемлющим названием для книги было бы The Acts of God through Yeshua HaMashiach by the Holy Spirit in the Apostles. Деяния Бога через Йешуа ха-Машиах Святым Духом в апостолах. Okay. So we can see here that this in this way you get a full picture of how the whole of the family of God, if you like, is coming into action. И мы таким образом видим, как вся семья Божья, она действует в книге Деяния. А Деяния – это прекрасный рассказ о распространении веры в Йешуа как Мессию из Иерусалима в Рим. Лука, он выбирает доказательства и выбирает события, которые показывают нам это распространение. В тот же момент времени предоставляет нам модель церковной жизни и инструкцию для миссионерского служения, чтобы это распространение Евангелия, оно продолжалось. Давайте я повторю это для вас. Luke puts things together for us. Лука, он собирает многие события вместе, to show us how the first century church became what it was. Чтобы показать, что как ранняя община стала тем, кем она была. And in doing that, и когда он это делает, he provides us with a model for church life. Он показывает нам модель церковной жизни and a missionary manual. И инструкцию по миссионерскому служению. So in that sense, it's a very important book to read. В этом смысле это очень важная книга для чтения и для понимания. Because it explains a lot of things. Потому что она объясняет множество вещей. And can bring us into a stronger congregational growth. И приводит нас в сильный общинный рост и распространение Евангелия. Давайте я вам кое-что объясню здесь. Когда я говорю о общиновском росте, я не говорю о количестве людей. Я говорю о верующих, которые растут в своей вере, когда они становятся сильными свидетелями, и когда они приводят свою жизнь в порядок, чтобы быть сильным свидетельством. Они растут в познании Писания и применяя это Писание в своих жизнях. Это я имею в виду, когда говорю о росте общины. Это коротко. Это короткая версия. Simultaneously, Luke achieves his overall goal of briefing Theophilus so that his friend and apostle might be declared innocent at his trial. Одновременно Лука достигает своей общей цели в общении с Теофилом, чтобы его друг Павел был невиновным. At the same time, God intended that we should understand how he is at work in building his kingdom. В то же время Бог, он помогает нам понять, как он работает в построении своего царства. We should not be building our own kingdoms. Чтобы мы не строили свои собственные царства, we should be working on God's kingdom. Но чтобы мы сотрудничали над Божьим царством. And he is the one who plans it and gives us the possibility. И он тот единственный, кто его взращивает и дает нам возможности. So, итак, are, где бы мы ни были, live, и где бы мы ни жили, book, через чтение этой книги, мы можем понять ясную идею, то, что Бог намеревается, чтобы мы делали, что мы должны делать и над чем мы должны молиться. Хорошо. Давай.
Это все. Теперь у вас будет тест.